Что, стреляют? Нет, там нас разбили нахуй в пух и прах, бля. Мы Ты еле что? ноги, унесли, бля. Да, блядь, там раненых, погибших, блядь, пиздец. Ты что? И что Да. теперь? Где вы вообще? Не могу по телефону, выехали, ждем. Ушли Нет. отсюда. Да. Еле копыта у них не находят. Ну, так что, блядь, да, Блядь, они я мог как начать. чувствовала сегодня жопой. Они, блядь, не утра нас нахуй как начали ебать. До 5, до 12 часов дня, блядь, пидорасы хоть бы раз поддержали. Короче, блядь, такая вот хуйня, блядь. Не знаю, сейчас будет решаться вопрос. Мы все в отказ пошли, больше типа никуда никто. Все, миномета, вот все только не крыли, блядь, когда отваливали. Когда эвакуацию сказали, блядь, а потом нахуй приехали, блядь, эти типа, блядь. Хочу покинули позиции, пусть возвращаются. Если сейчас идите вы нахуй, ебать, вам надо, вы возвращайтесь, да, ебать. Попали, блядь. Ну они, сука, ни с того, ни с сего, Казани. Ну, короче, зашли, блядь, таких игрушек, просто окружили, нахуй. И как дали, блядь, пиздол. Звонили, просили, блядь, по рации, блядь, туда-сюда. Тупо нахуй хуй забили, кинули нас через болт просто, и все, прокинули нахуй. А потом, да возвращайтесь, там, говорит, никого нету, блядь. Пацаны, а пацаны там недалеко были, россияне, блядь, оттуда на ноги въебывали. Комбат наш, блядь, российский, нахуй, не довели, блядь, от вас, блядь. Хороший парень был, блядь. Только 30 год метили, блядь.